Когда организовалась команда для спасения этих малышей, люди, зашедшие в эту квартиру, были в ужасе. Дети истощенные, обезвоженные. Их мамы похожи на скелетов, у которых нет молока. И они забились по разным щелям в этом хламе, и приходилось перетряхивать по возможности все, что угодно. Запах был страшный. Не запах, вонь, резкая, жуткая. И в этом аду родились и дождались помощи, дождались эти малыши. Это дети. С таким же сердцем, с такой же кровью, с таким же страхом в этих сердечках, в душах. А самое страшное, представляете, это жажда. Когда нет ни капли воды, а очень хочется пить. Малышей мы сейчас забрали. Кошек, которых удалось отловить, тоже. Но еще не всех. Там еще продолжается перетряска всех этих тряпок, углов, ящиков. Может быть, кого-то где-то еще даже забыли. Но вроде бы старались. К сожалению, время у участкового было ограничено, а попасть в эту квартиру без него практически невозможно. Именно ожидаем, когда у участкового будет еще время, чтобы приехать и отловить оставшихся. Но там поставили воду, и теперь хотя бы они могут напиться. Друзья, эти малыши, они еще только-только родились. И представьте себе, в каком аду. Без единого шанса на спасение, если бы не девочки-волонтеры. Мои хорошие, вытащить детей с этого ада – это одно. Но теперь их надо спасти, выкормить, вылечить, дать им поправиться и найти им семьи, чтобы они превратились в тех пушистых, красивых, задорных, глядя на которых мы часто смеемся в ТикТоке. И всем сердцем хочется верить в то, что эти малыши также обретут счастье, благодаря нашей с вами защите, помощи и огромному желанию. Друзья, в одиночку никто не справится. Эти малыши нуждаются в нас с вами. И если ваше сердце хоть немного дрогнуло, если вы хоть на секунду могли представить на месте этого крошечного малыша любого другого ребенка, отзовитесь, пожалуйста, переведите 100 рублей, и вы спасете жизнь. Храни Бог вас, люди, и добра вам от всей лохматой души.